пустить, выпустить, напуститься, подпустить. Как использовать эти глаголы? Сегодня я отвечаю на Армин Н. Часть первая. Пустить. Совершенный вид глагола. Несовершенный вид глагола. Пускать. Означают. Перестав держать, дать свободу, возможность двигаться, развиваться или действовать. Пустить новые купюры в обращение. Пускать анкету по кругу. Пустить – это разрешить, дать возможность пойти, попасть куда-то. Кто вас сюда пустил? Меня не пускают в поездку одну. Пустить – это привести в действующее состояние, осуществить запуск. Трамвай пустили по новому маршруту. Пустить себе пулю в лоб. Пустить – это направить, предназначить что-то для какой-нибудь цели. Деньги пустят на строительство дорог. Пустить в ход свое красноречие. Пустить – это начать внедрять, распространять информацию в устной либо печатной форме. Пускать слух о проблеме. Пустить новость по знакомым. Пустить – это извергнуть, источить. Пустить слезу. Пустить колечко дыма. В настоящем времени. Я пускаю. Ты пускаешь. Он, она, оно пускает. Вы пускаете. Мы пускаем. Они пускают. Пустить в расход.
Пустить корни. Пустить по миру. Пустить по рукам. Пустить пыль в глаза. Пустить в оборот. Пустить в продажу. Пустить сплетню. Пустить по ветру. Пустить на порог. В будущем времени. Я пущу. Ты пустишь. Он, она, оно пустит. Вы пустите. Мы пустим. Они пустят. Я не пущу тебя в дом. Он пустит в ход свое обаяние. Дерево скоро пустит корни. Вы пустите меня с собакой. Они не пустят человека со стороны в свою команду. В прошедшем времени. Я пускал или я пускала. Ты, он пускал. Ты, она пускала. Оно пускало. Вы, мы, они пускали. Я пускала кораблики по воде. Она пускала мыльные пузыри. Поезд пускал клубы дыма. Они пускали стрелы со стены. Дети пускали солнечных зайчиков. Пускать. Пускаться. Или пуститься. Означает отправиться куда-то, пуститься в плавание, пускаться в путь, пуститься – это начать стремительно перемещаться. Устремиться, кинуться куда-то, кому-то или за кем-то. Пуститься в пляс. Пускаться в погоню. Пуститься. Это начинать что-то делать. Пуститься в работу. Пускаться в споры. Пустить.
Впустить. Впустить. Это позволять войти, въехать, проникнуть куда-то. Их впустят на территорию. Впусти меня, пожалуйста. Впустить. Антоним. Выпустить. Выпустите меня отсюда. Меня выпустили погулять. Выпустить. Это разрешить выход на сцену, игровую площадку, выезд, вылет транспортного средства. На поле выпустили запасных игроков. Надо срочно выпустить автобусы на линию. Выпустить. Это выставить наружу. Выпустить когти. Выпустить шасси. Выпустить рубаху. Выпустить брюки. Выпустить. Это окончить курс обучения. Выпустить специалиста из института. Выпустить. Это опубликовать, напечатать. Выпустить книгу. Выпустить банкноты. Выпустить. Это освободить из мест заключения. Выпустить из тюрьмы. Выпустить. Это выстрелить. Он выпустил две пули. Выпустить корни. Выпустить новую модель. Выпустить из виду. Выпустить из рук. Выпустить кишки. Выпустить акции. Выпустить на экран. Выпустить коров. Выпустить в продажу. Выпустить в свет.
Пока все. Всем спасибо. Продолжение следует.